Начнем с его величества бокса. Первенство России среди юниоров 17-18 лет стартовало сегодня в Барнауле на Титов-арене. На самый статусный турнир съехалось больше 300 сильнейших боксеров страны. Бои продлятся до 13 мая, и ровно через неделю мы узнаем, кто будет представлять нашу страну на чемпионате Европы по боксу. Вход для болельщиков бесплатный, начало поединков в 12:00. Все подробности в нашем завтрашнем эфире. Футболисты барнаульского «Динамо» 7 мая начинают очередную серию домашних матчей. В первой игре бело-голубые встретятся с Челябинском. Согласно прогнозам и синоптиков, погода в Барнауле будет солнечной и теплой. И матч должен быть жарким и атакующим. Хозяевам необходимо реабилитироваться за последнее поражение от КамАЗа 05 и за осенний 04 от Челябинска. Начало матча в 17:00. Любители автомотоспорта отправляются в Тальменку. Там с 8 по 10 мая пройдут краевые соревнования «Кубок Победы». Зрители ждут заезды на командной полосе препятствий, фигурное вождение и гонка эндуро. Дмитрий Дроздов. День с толком.